Анекдот, Найк, сегодняшний. Ну вот, кум идет мимо кума, Найк, это самое. И говорит, дай я к куму зайду, давно он не заходил, что он там делает. Ну, он заходит такой, блядь, кто-то самогонку варит, кум. Он говорит, слышь, мне тут позвонили, блядь, я должен отбыть. Там уже начала самогонка капать, Найк, как-никак, Найк, надо гнать. За меня выгонишь. А как раз это же было зимой, Найк, он говорит, блядь, сходи в прорубь, нахуй, со льдом, ледяную воду со льдом приноси, нахуй, и гони, нахуй. Ну, он так и сделал. Ну, блядь, смотри, перегрелся, змеевичок, нахуй, ебать, и это попиздил, блядь. Ну, раз, приходит назад, нахуй, смотрит, блядь, это самое, заходит с ведрами, смотрит, у самого аппарата менты крутятся, нахуй. Крутится, крутится, он, опань, ты попался, блядь, говорит, самогончик, нахуй. Пиши, как было, блядь. Он, ну ладно, давай, написал, нахуй, им, блядь. Они обрадовались вроде бы, ну и зачитывают, нахуй, читают, нахуй. Вот, что ты там хуйню написал, блядь? Он, ты, это самое, ну, а какую хуйню написал? Вот, ты шел мимо кума, да, я к куму зайду, а сюда за, к куму захожу, а там, блядь, а тут, нахуй, блядь, два мента самогон варят, нахуй. Что, блядь, я что-то... Два мента самогон варят, блядь. Ой, блядь, я что-то пропустил, наверное, ебаный урод.